Начинаем запись сегодняшнего вебинара. И пошли дальше, дорогие друзья. Мы идем семимильными шагами к концу 15-го этапа. Не пугайтесь, ни завтра, ни послезавтра. После 12-го этапа будет достаточно быстро, вероятно. По крайней мере, в этом году мы завершим это дело. И таким образом, но как мы двигаемся, как мы поддерживаем процесс, как мы идем, как мы представляем, с чем мы идем, что мы говорим другим людям, как мы себя позиционируем к этому процессу, в который мы осознанно вошли, некоторые говорят, ввязались, может быть, ввязались, а потом вошли в этот проект. Так что мы в нем. И поэтому очень важна именно вот наша позиция. Я не устану повторять следующую вещь, дорогие друзья, что, смотрите, это как в бизнесе. Вот у нас было обучение, мощное обучение в Юрмале, в субботу и воскресенье прошедшие. Там собрались со многих, больше чем из 22 стран Европы, представители более 100 человек. Это лидеры, региональные кураторы, топ-менеджеры, топ-эксперты, извиняюсь, и их команды. И они обучались, получали обучение, как, значит, вести бизнес. Как вести бизнес, используя инструменты различные MLM, как беседовать, как позиционировать проект, как относиться, как его вообще описывать, чтобы люди понимали, причем не каждому человеку или не каждой группе людей можно одинаково это дело описывать, исходя из психо и прочих особенностей твоего партнера, с которым беседуешь. Очень основательная работа, отработка методов и так далее, и так далее. То есть мощнейшее такое как бы обучение. Что очень важно? Важно то, что люди начинают понимать, что этот проект действительно, в конце концов, не надо уже убеждать. Они говорят, да, это мощнейший инструмент, это мощнейший проект, это не продукт. Причем там, скажем так, половина тех людей, которые там собрались, это европейские бывшие сетевики. Определенная их часть еще и сейчас сетевики, потому что они видят, знаете, как лоточники. Но они говорят, что мы ставим во главу угла именно проект Skyway, потому что это не продукт. Здесь не надо, значит, с лотком бегать, здесь надо просто основательно освоить, с одной стороны, существо технологии и ее возможности, а с другой стороны, быть компетентным в общении с людьми и подавать правильное, в правильном месте правильную информацию и строить свое будущее. Но при всем при этом все согласились с тем, что нельзя, войдя в этот проект, да, можно как минимум две позиции. Одна позиция. Я что-то инвестировал или как-то кредитовал этот проект и отсел или отошел в сторону и смотрю, что другие сделают и что тут получится. И сам не знакомлюсь с тем, не ознакомлюсь, извиняюсь, с тем, что здесь происходит. Существо вопроса я не знаю. И время от времени сею смуту, ну, поскольку я не знаю, и дезориентирую людей. Такой дезориентации в интернете, ну просто вот выше крыши, причем еще есть определенные группы, которые специально стараются, чтобы дезориентировать. И мне, нашим членам правления, часто приходят письма, что делать. Вот и партнер зашел в интернет, задал вопросы, и его облили грязью. То есть, ну он залез, ну залез и залез. Значит, что отвечать, как к этому относиться. Поэтому если человек не знает самого проекта, они начинают тушеваться, ну, скажем, помощь нужна. Но это все приходит с опытом, это естественно. Таким образом, сегодня мы с вами пройдемся по целому ряду вопросов. В чате были интересная маленькая дискуссия зарождалась, но мне импонирует сейчас, что люди стали очень трепетно относиться к, скажем так, психоэнергетическим выбросам, которые раньше просто зашкаливали у нас на чате. Сейчас уже один друг друга потихонечку как бы вот сдерживают, и это радует, потому что действительно, ведь смотрите,
Но это отдельная история, сейчас об этом не говорим. То есть это хорошо, и все. Пока не буду комментировать, это не цель нашего сегодняшнего вебинара. Итак, я об этом сказал даже на обучении, что вот мы почти каждый раз обращаемся к тому, что мы за землю сегодня в ответе. Скажут спасибо, завтра нам дети. Это к тому, что, что мы как бы показываем и чем является этот проект для нас. Потому что очень хорошо сказали бельгийцы, бельгийская команда, они сказали, что вы знаете, вот для нас настолько важно, настолько чувствительным является среда, в которой мы как бы, ну, информируем про этот проект. Как информировать, другой вопрос. А где мы информируем? Это к тому, какова ноосфера, какова, значит, но они не о ноосфере говорили, а говорили о биосфере и о экологии, и о том, что этот проект, как он влияет, значит, но в основном как бы поднимали правильные моменты. И вот мы на этом тоже сегодня немножко остановимся. Теперь вопросы на сегодняшний день. Что мы сегодня с вами здесь будем смотреть? Skyway, персональные комментарии, пояснения. Вот смотрите, я хотел рисовать схему, но уже со схемами, как бы, многим я, наверное, надоел. Вот какие основные точки, ну, скажем, концентрации фокуса нашего проекта, как это я, Владимир Маслов, понимаю. Объединенные Арабские Эмираты и дальнейшее развитие проекта. Мощнейшая динамика этого проекта сейчас идет. И к чему я вообще сейчас, еще отступление маленькое сделаю, к чему я это вообще сейчас говорю? Чтобы мы понимали, потому что иногда бывает так, меня берут за пуговицу, да, ну вот что там с этой Австралией, а что там с Индией, вот обещали там или еще. Я говорю, кто чего обещал? Индийцы обещали, да, инвестировать, немножко инвестировали, приостановили, потому что там процесс пошел так, как он пошел, выборы есть выборы, политика есть политика, смена влияния кланов есть смена влияния кланов, это реальность, об этом написано в рисках, которые проведены, не детально, но это есть один из рисков, который естественный, не ничего страшного. Да, Индия никуда не денется, мы знаем эти облепленные, как грозди винограда, поезда, вагоны, неважно там, где бы это ни было, трамваи точно так же, если они там есть, трамваи, значит, вернее, где они там есть, облеплены пассажирами, то есть транспортные проблемы колоссальные. Продвинется, поэтому... Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, дальнейшее развитие проекта. Мощнейшая сейчас идет выставка, показала. Я не уполномочен никаких заявлений делать. Но как я вижу? Я вижу то, что здесь, значит, по всей вероятности будет сейчас мощно инвестироваться создание экотехнопарка именно там, к их условиям. Это будет не копия, не зеркальная копия экотехнопарка, по всей вероятности, Мариной Горки. У него будет своя специфика. Но виды транспорта, естественно, будут там присутствовать, какие есть. Начало, скорее всего, начнется строительство теперь не с городского, а начнется с высокоскоростного транспорта, потому что это параллельно уже документация есть, и это параллельно нужно для общего дела. Потому что я не знаю сегодня, как будет развиваться. Вот здесь дальше есть Республика Беларусь и дальнейшее развитие проекта. Следующий пункт. Я не знаю сегодня, как будет развиваться проект высокоскоростной трассы в Беларуси, но есть основания полагать, что чиновники такие сильно почесали в затылке, вот, почувствовали, что ой-ой-ой, может как быть нехорошо, если вдруг проект уйдет. И тут возникает как раз, понимаете, хорошая такая как бы параллель или аллегория, что вот правильно, то есть нет худа без добра. Если бы Анатолий Эдуардович схватился за голову, начал бы там, пардон, вместе с нами, начали бы мы все там стонать, что ой, все, теперь все рухнуло, неизвестно, и давайте там начали кого-то говорить, нет. Есть альтернативы, все. И сейчас чиновники забегали, иначе нашли массу вариантов, как подкатиться, значит, к конструкторскому бюро. Я не знаю, как они там сейчас будут
значит, расшаркиваться перед Анатолием Эдуардовичем, но, вероятно, будут. Я не сомневаюсь в этом. Почему? Да потому что они, значит, коррумпированные, зачастую, не имею права всех обзывать коррумпированными, но у них есть свои интересы, то есть у них есть конфликт интересов. Несмотря на это, они будут, естественно, искать и будут стараться все-таки быть как-то вот значит, потоке нового продвигающегося транспорта. Потому что если вдруг действительно высокоскоростной транспорт уйдет, то об этом потом их потомки им не простят, понимаете, если это уйдет из Беларуси. Поэтому сейчас ищется, много что найдено, не знаю последних решений. Когда все будет принято, мы все услышим. Потому что даже об этом не имеет смысла и опасно сейчас говорить. Вот, вот сейчас здесь продвинулись, или здесь продвинулись, или сейчас вот это разрешение будет. Потому что никогда не знаешь, откуда кто тебя и как ударит сзади поленом, в плохом смысле этого слова, по этому проекту. Поэтому об этом тоже не говорит. Но процесс идет, и нам важно это осознавать, это учитывать и смотреть, как вообще развивается проект SkyWay. Потому что он идет к финишу. Что идет к финишу? К финишу идет строительство экотехнопарка, идет к финишу на определенном этапе сертификация и сдача экотехнопарка в эксплуатацию. И это есть завершение проекта в конечном итоге. Проекта, который являлся стартовым проектом развития и выхода SkyWay технологии, технологии транспорта нового поколения на мировой рынок. И он уже, значит, не бок, а уже грудь вперед выходит. И поэтому Объединенные Арабские Эмираты — это одно, Беларусь — второе, Индия — третье. В Индии развиваются, есть несколько проектов по нескольким направлениям, но это все требует труда, требует согласования, требует поддержки, понимания, утряски конфликта интересов. Он, естественно, возникает. Вот. Даже казалось бы, вот мы ездили в Индию, переговорили, и начинается. Где наши, значит, эксклюзивные права? Дайте нам это. Говорю, о чем вы говорите? Какие эксклюзивные права? Вы что гарантируете? Вы гарантируете весь индийский проект? Нет, не гарантирую. Тогда как их эксклюзивно? Даже если бы вы гарантировали весь индийский проект, ни о каких эксклюзивных правах речи быть и не могло бы. Поэтому люди не понимают, они в старом зацепились за старые модели бизнеса, и это с одной стороны плохо, а с другой стороны это реальность, которая нас окружает и которую мы должны учитывать, обязаны это учитывать. Индонезия. Развивается подготовка целого ряда проектов, бюро достаточно нагружено, и это хорошо. Австралия. Ничего не останавливалось, процесс идет, Ротхук там старается, он понял, что пока финансирования не будет, значит, будет топтаться это дело на месте. Если или когда средства будут, может быть, даже будет запущен вот этот пилотный проект 600 метров в штате Аделаида в Фландерском университете. Почему бы и нет? Но там речь идет о десятке, чуть больше 10 миллионов долларов США. Европа. В Европе во многих местах, по крайней мере, раз-два, значит, я связан с тремя местами, кроме меня есть еще коллеги, которые связаны еще с двумя местами подготовки проектов. Минимум могу сегодня вот я отсюда сказать, что по пяти проектам на разных стадиях идет подготовка. Что такое подготовка? Вы знаете, это, скажем, использование собственных ресурсов, собственного времени, людей, которые, в том числе и вашего паркорного слуги, плюс люди, которые волонтерами выступают, они понимают, что когда они сейчас нагуливают свои компетенции, когда проект пойдет, это их гарантированный труд, творческий, созидательный труд, не просто протирание штанов, я прошу прощения за такое сравнение, а это творческий, созидательный труд на десятилетия. Понимаете? И в зависимости от того, какие у людей установки, это для многих это, они прямо говорят, что по всей вероятности это наш жизненный, до конца нашей жизни это наша работа. Вот. И поэтому они говорят, мы готовы сейчас
абсолютно безвозмездно нести определенные издержки, чтобы освоить то, что дает этот проект. Вот. И работа идет. Не буду сейчас сдаваться в детали. Очень неплохо идет и в городе Таллин, и в городе Риге, и в Финляндии, вот, и в Словакии, и еще кое-где. В той же самой центральной и Западной Европе. Бразилия. В Бразилии идет подготовка. Они никак не могут определиться, значит, с одной стороны, они хотят как бы участвовать в инвестициях. Бразильское законодательство не позволяет это делать. Мы по-всячески это тормозим, если, ну, просто остановили этот процесс там. Никакого сбора инвестиций не идет в Бразилии. Вот. И пока они не подготовят свои бразильские адресные проекты. Поэтому для них такое условие поставлено. Как только будет, так мы выйдем туда на место. Вернее, сначала как бы обсудим, и потом выйдем на место, будем смотреть там, что и как дальше развивать. Но там потенциал, друзья, тоже колоссальный. Россия. Россия своего потенциала не теряла, он постоянно существует, много предпроектных стадий начато и подготовлено определенного уровня, в том числе и московская надземная кольцевая дорога. Вот. И это зависит, то есть мы не сидим и не ждем, не смотрим в потолок, мы занимаемся на других направлениях. И если сегодня я постучался бы в дверь, зашел бы в конструкторское бюро и сказал бы, и мы, кстати, об этом очень много думаем здесь, когда мы говорим, хотя бы даже о европейских проектах, что мощности, ведь не может же до бесконечности держать потенциале мощности конструкторское бюро. Оно абсолютно гибко перенаправляет, перепланирует свою деятельность на те проекты, которые финансируются, и все. И тогда надо смотреть, как дополнительные компетенции обрести, откуда, за счет чего, как этот проект, с которым ты приходишь, идти с ним дальше. Я тут с одним нашим коллегой из чата общался, с одной коллегой. Вот, там идея там линейного города и так далее. Правильно, хорошая идея. Санкт-Петербург, Москва и дальше. Правильно, да, это база. Но что впереди? Впереди паровоз или впереди, значит, что впереди? Линейный город первичен или трасса? Естественно, трасса. Если трассы не будет, причем я трассу просто рассматриваю как транспортную структуру, это не совсем правильно. Даже маленькие проекты, которые мы в Таллине, в Риге, в других местах рассматриваем, мы их рассматриваем в комплексе. Понимаете? Вот и я вам рекомендую передавать и говорить, что эта Skyway технология, она сама является как бы центростремительным таким ядром, которые притягивают другие проекты, создают кластер. Транспортная структура, она позволяет решать целый ряд различных других задач, начиная от транспортировки грузов, перераспределения грузов, торговые разные операции, значит, туристические дела, фермерские дела, если мы говорим поселенческие, мы сейчас немножко сегодня на этом остановимся. Вот. Поэтому в России тоже все развивается. Теперь, поскольку я сейчас назвал Россию, я вспомнил вначале, хотел еще сказать вам следующую вещь, что в Юрмале прошло занятие, маленькое отступление делаю, в Юрмале прошло занятие, но многие из многих регионов, если не сказать почти из всех регионов России, лидерские группы, кураторы регионов не смогли приехать, потому что там с визами достаточно длинный период и так далее, поэтому в Краснодаре будет в мае месяце, 19-20, по-моему, одним словом, узнаете, когда будет первое комплексное обучение вот по той методике, которая применялась в Юрмале и применялась в Праге. Вот, с самого начала начнется, все получите, то есть приезжайте, получите себе хорошую базу для предпринимательства в этой сфере. Вот. А продолжение европейского тура будет в июне месяце в Бургасе, в Болгарии. Вот. Для тех, кто были в Юрмале. Поэтому это такое как бы отступление информационное. Дальше будет пункт о народном финансировании, краудфинансинге, где мы спотыкаемся.
Вот видите, очень хорошо знать, где мы спотыкаемся. Ну, это мы. А, напомню, друзья, мы здесь можно такой жирный перечеркнуть этот этап, и мы с вами в преддверии перехода на 12 этап. Что значит перечеркнуть? Это значит то, что инвестиции 25 миллионов долларов практически обеспечены за счет определенных проектов, за счет определенных финансирований. Опять-таки напомню, если вы посмотрите, кто не смотрел, кто смотрел, напоминаю, что по этапам развития проекта предполагались большинство, скажем так, самая основная доля финансирования, где-то порядка 60-80% из сумм поступающих, начиная с 10-го проекта. Здесь каждый этап 25 миллионов предназначалось и предназначается на высокоскоростную сдачу в эксплуатацию сертификация и сдача в эксплуатацию испытаний, ну, трассы для испытаний развития высокоскоростного транспорта в Мариной Горке, а может быть и не в Мариной Горке. То есть просто сдачи, там не было написано Мариной Горке в бизнес-плане. Вот, поэтому это сюда же входит и то, что будет происходить где-то в другом государстве. Когда Анатолий Эдуардович все разложит по полочкам, предполагалось, что это будет конец апреля, но вот я сегодня имею свое мнение, что этого раньше, скажем так, 9-10 мая не произойдет, потому что предстоят еще различные встречи дополнительные, которые принесут еще много чего интересного. Вот, поэтому вот такова наша действительность, дорогие друзья. Вот, и смотрите, что значит у нас о народном финансировании краунд финанса, и где мы спотыкаемся. Вот, понимаете, почему я этот вопрос поднимаю? Дело в том, что только-только вот, скажем, в конце прошлого года мы закончили тут большую, съели большую чашку каши с бельгийским законодательным финансовым, значит, финансовой инспекцией. Теперь поднялась каша в Австрии и в Германии, тоже там шевелятся все, да? Вот. Когда начинаешь смотреть, откуда ноги растут, чего только люди не говорят и в своих чатах или, извиняюсь, сайтах не пишут. Это инвестинг. Кто более продвинутый, говорят, что это краудфандинг. Неправильно написано, по-русски я написал, неважно, да? Вот. Кто-то говорит о покупке акций, кто-то еще, кто-то говорит об обучении, мы знаем, кто это говорит, понимаете? Вот, поэтому спотыкаемся вот на этом. Не надо привязывать каких-то, значит, мы сами спотыкаемся на этом. Ваш покорный слуга неоднократно тоже говорил, что, скорее всего, это краудфандинг, но уже более года. Ну, я развиваюсь, как я, по крайней мере, предполагаю, вот, что сам начал разбираться, понимать еще более глубоко, наевшись тоже различных гвоздей в этом деле, что это и не фаундинг, и инвестинг, и я бы его назвал crowd financing, дал бы, то есть финансинг, то есть дал бы это название. Если кто-то спросит, или у меня спрашивали, что это такое, я говорю, что это финансирование. Когда мне говорят, ну хорошо, а характеризую, я начинаю описывать то, чем мы занимаемся. Да, говорят, слушай, интересно. Действительно, это, скорее всего, похоже на финансирование. Но это ничем не регулируется. Говорят, ну, славненько. Это регулируется нашими правилами функционирования компании и нашим меморандумом, который существует в компании. Все говорят, юристы говорят, да, пожалуй, это так. А спотыкаемся мы, опять-таки, когда мы начинаем что-то, значит, как, грубо говоря, гнать пургу, когда не знаем. И проще сказать, это самое, финансы. Нет. Поэтому вот такова здесь мой комментарий такой. Незнакомо с проектом. Что это такое? Где и что написано? Вы понимаете, вот очень хорошо поняли люди, когда мы говорили вот в Юрмале, многие говорят, для меня это было
просто откровение, когда сказали, вы знаете, мы первый раз поняли, что мы имеем дело с проектом. Говорю, ну, друзья, ну, их можно простить, они не ходят на вебинары. Правда, и с недавнего прошлого мы только начали переводить тезисы вебинаров, которые веду, на английский язык. Но они не все и английским владеют, поэтому им простительно это. Но, дорогие друзья, кто мы здесь слушаем, я же неоднократно говорил, что мы не имеем дело с проектом. Это не продукт. Это триединый проект, это три единства экотехнопарка, технологии и залоговых акций. Или доли, как там написано, значит, написано тоже нет, хорошую жизнь, что это доли. В конечном счете мы все равно имеем дело с так называемым акционным учетом внутри компании. Я тоже начинаю выкручиваться, хотя в принципе проще всего сказать, с внутренними акциями, учетными акциями компании. Потому что, ну а как иначе мне привязать залог ко мне? Ну никак, ничего другого нету. Я с одной стороны дал кредит, с другой стороны получил так называемые внутри компании, что там ценное? Единственное ценное – это ценные бумаги, а как они называются? Акции. Потому что в учет ставится акция номер такая, акция номер такая. Все. Иначе никак. И это внутри компании. Нигде они никому не предлагаются. И никто их не покупает. Вот. Мы занимаемся с проектом. А каковы особенности этого проекта? Когда проект начинается и когда проект заканчивается? Все очень просто. Например, в Австрии там масса вопросов, люди пишут, никто не сказал, нет буклета, нет ничего. Вы понимаете, тут есть еще один юридический нюанс, чтобы мы представляли и понимали. Как только мы говорим краудфандинг, то во многих странах уже эта деятельность тоже в какой-то мере значит, регулируется. Попытались чем отрегулировать? Тем, что говорят, все, краудфандинговый проект не требует никаких лицензий, никаких разрешений. Если объем инвестиций не более там от 800, как и в некоторых странах 1,5 миллиона. Вот в этих промежутках по разным странам. Все. Если больше, все. Надо получать не лицензию, получать разрешение, по крайней мере, регистрироваться. А чтобы зарегистрироваться, надо пройти не одни медные трубы, понимаете? Вот и тут начинается свистопляска. То есть здесь есть свой момент тоже. А у нас проект. Возвращаясь обратно к проекту. Проект начался в 2014 году. Да, его подготовительные этапы, там и озера, и да, озера еще. Конец 2000-х годов, да, 2009-2010 год. Потом затишье там, наезды на Анатолия Эдуардовича. Но сам проект, о котором мы сейчас говорим, он начал в 2014 году. Когда он завершается? Чем он завершается? По проекту он должен завершиться в 2018 году. 2017 год – последний год, и в 2018 году выход всего в эксплуатацию. Да, не уложились, ничего страшного. Мы знаем причины, не будем сейчас вдаваться в эти подробности. Мы неоднократно об этом говорили, но важно то, что мы знаем. Некоторые говорят, да, теперь надо менять, что-то там исправлять. Зачем? Мы знаем, важно не то, что там было, важно сейчас как идти дальше, чтобы не наступать, чтобы как бы обойти вот эти препятствия и идти дальше. Поэтому этот проект, он начал в 2014, заканчивается, лучше всего сказать, тем, сдачей в эксплуатацию экотехнопарка. По всей вероятности, это будет конец этого года. Вот. И с завершением сертификации. Кто-то говорит, закончится, кто-то говорит, не закончится. Ничего страшного, если окончательно высокоскоростная трасса, не все элементы будут сертифицированы. Успеется спокойно это все сделать. Поэтому надо ее еще построить, надо начинать сертификацию. Но многие работы подготовительные уже сделаны, проектная документация есть, много что подготовлено. Но тем не менее, полевые работы еще предстоят. И это не маленький объем, и суммы мы видим не маленькие. Потому что там, в общем-то, по проекту, я имею в виду по проекту. Другое дело, если сегодня кто-то говорит, я осмелюсь предположить, что суммы понадобятся поменьше, чем предполагались при проектировании. Потому что косвенно финансирование осуществлялось уже в процессе. Ну, не будем сейчас даваться подробности. Так что мы не знаем, что такое проект, потому что начинают путаться, что такое проект.
Вот, проект это экотехнопарк, который занимается сертификацией, сдачей его в эксплуатацию. Капитализация наших инвестиций в первую очередь сейчас идет через экотехнопарк. Кто-то задавал даже вопрос, мне такой вопрос, что а вот скажите, пожалуйста, если где-то будут пустыни, скажем, покрываться почвами, будет развиваться, будем ли мы там участвовать как в той прибыли или в распределении той прибыли, которая будет поступать? Я говорю, может быть, будем, а может быть, не будем. Потому что это зависит от того, как будет выстроено финансирование этого проекта и как там будет Global Transport Investment, то есть GTI, там участвовать. Но по всей вероятности, по тем принципам, которые заложены в этот бизнес, по всей вероятности можем там участвовать. Потому что нас-то там в этом проекте с нашими залоговыми акциями после выхода на IPO будет, или в момент выхода и в определенный период будет на две акции меньше, чем половина, а остальная половина тоже заинтересована. И этой половины будет в первую очередь будет сам Global Transport Investment и Unicorp или Unity Corporation. Поэтому, естественно, будет. Это мое мнение. Вот. И в целом ряде других проектов, которые... Но тут надо себе понимать, что если следовать букве закона, то фактически мы сегодня участвуем в проекте Экотехнопарк, ЭТП, вывод технологии, сертификация вывод технологий на мировой рынок строительства транспортных структур. И все, что связано с этим, является источником дохода компании Global Transport Investment и, естественно, источником накопления сумм прибылей для наших дивидендов. Но время покажет. Но, по крайней мере, это нам четко, железно гарантировано. А во всем остальном мы можем только предполагать. О всех остальных проектах. Это уже другие проекты, друзья. И об этом проекте, где и что написано, написано очень хорошо все в наших документах, которые у нас в доступе имеются. Что является обеспечением кредита, в чем гарантия? Естественно, я уже пару слов сказал, повторюсь, обеспечением нашего кредита или инвестиций являются учетные внутри фирменные акции или доли, называйте их так тоже, если так приемлемый, или некие внутренние фирменные документы, которые, ну, или векселя, скажем так, вексель тоже нельзя говорить. Как только скажешь вексель, это ценная бумага, которая вращается за пределами компании. Вот. В этом плане, конечно, для дурака надежности доля, это даже как-то вот, кто придирается к словам, это даже удобней. Вот. Но, скажем так, внутри учетная единица компании, вот, и это является обеспечением нашего кредита. Но мы знаем, что она становится обеспечением полноценным, или которое можно применить после того, когда будет выведено на международную биржу, через международную биржу в общий доступ. И тогда мы начинаем получать или появляется возможность использовать все выгоды, которые она может дать и не по всей вероятности, а точно будет давать, потому что мы имеем дело с транспортным проектом. Вот. И гарантии, в чем гарантии? Во-первых, первая гарантия, которую дает и по договору мы видим, это то, что гарантирует посредник, это Skyway Capital или First Skyway Invest Group, гарантирует, что ты, кто ты даешь инвестицию или кредитуешь, получишь вот эти учетные, значит, внутренний документ, который дает тебе право быть акционером этой компании, и с другой стороны тебе дает гарантию, что они будут выведены на международную биржу. Задают вопрос, когда я получу, что я получу, но я к этому вернусь сейчас обратно. И в чем гарантия? Гарантия в том, что мы видим, постоянно идет отчет на сайте, на сайтах РСВ, на личном сайте Анатолия Эдуардовича Юницкий, unitsky.com, и на Skyway Capital на новом сайте. И в кабинете мы видим эту информацию, мы имеем к ней доступ, мы имеем доступ ко всем вебинарам, где подается информация, мы имеем
доступ к обучающим различным источникам. То есть это является гарантией. И основной гарантией, еще одной из гарантий является то, что мы видим, что средства, которые кредитуются и инвестируются, они капитализируются через то, что происходит в Мариенбурге и в Минске. И то, что сейчас начинает происходить в других местах по миру. Это является для нас самой железной гарантией, что процесс идет. Интересная была дискуссия, и она даже не дискуссия, обмен мнениями, короткий такой, что когда задается вопрос, а это не пирамида, значит, там хорошо было сказано, что, вы понимаете, пирамида это когда от одних деньги приходят, распределяются другим. У нас средства приходят, и они направляются, то есть они не перераспределяются обратно кому-то другим, кого втягивает в процесс, проект или продукт, а направляются в конкретные объекты. Это самое железное. И, но у нас нету так называемой как бы зарабатывания на неполученной прибыли. Об этом мы тоже неоднократно говорили. Поэтому-то у нас, кстати, я уже неоднократно говорил, что поэтому мы сейчас не имеем права покупать обратно, компания не имеет права, Евразия Real Estate Systems Holding, чьи вот эти ценные документы внутри компании, которые так называемые акции, так называемые доли, мы как бы получаем или нам ставится в учете в регистрации компании, что эта компания, она не бизнес-компания, и у нее нет прибыли. Как она может покупать? Только за счет, взяв от Иванова и продав, значит, или перепродав это право места Петрову. Бизнес и прибыль получить себе. Понимаете? Рассчитавшись с Ивановым. А это уже начинает пахнуть очень сильно пирамидой. Вот, и это надо учитывать, дорогие друзья. Что еще очень важно здесь понимать? Ожидание быстрых прибылей. Вот в Германии там строится, значит, процесс обвинения сейчас одного из инвесторов. Она открыла свой сайт в прошлом году. В мае вошла в проект, воодушевилась, открыла сайт. Значит, там линков разных понаставила. И люди там гуляли по интернету и собирали разную лабуду. Чего только где-то не пишут. Она не четко не селектировала то, куда она послала. А, видит там что-то вроде нормальное, послала туда. А там и тысячную прибыль где-то, 1000% прибыли обещали. А полиция, финансовая полиция пишет, говорит, да, значит она обещала. Я вот сегодня с ней по интернету беседую, я говорю, так а что? Нет, я вот линк послал. Я говорю, уважаемая, значит, коллега, вы же ведь... Послали, я ничего не знаю, я к вам пришел, вы меня послали туда, мне там говорят. Это равносильно тому, что вы это сказали. Вот, и поэтому, значит, быстрых прибылей, дорогие друзья, в нашем проекте нет. Печально это или не печально, но это так. Но, тем не менее, в момент совершения моей сделки, я, тем не менее, имею выгоду, прибыль. На один инвестированный доллар я получаю залог 100 единиц. Прибыль это или не прибыль? Да, ожидаемая, да, учетная, но она есть. А что в других проектах, так называемых быстрых проектах? Вы знаете такую статистику, что из 100 проектов 98, а иногда 99 проектов по разным там, ну почти только 2% приходит к какому-то результату. Все остальные прогорают, к сожалению. Куда и появляется, вот, имеется в виду те проекты, которые, ну вот, как бы в широком масштабе люди рвутся инвестировать. Да, кто-то попадает, и вот я как раз, когда писал заключение на те обвинения, которые там, значит, высказали, я так написал, что люди, причем там люди пишут жалобу взята с людей, они пишут, вот, мы, значит, вошли, инвестировали, ждали там 1000% прибыли, а тут нам не дают эту прибыль. Я говорю, а вы смотрели документы, вы знакомились с проектом, кто вам обещал, кто им обещал это, никто не обещал.
И прямо пишу, говорю, что, дорогие друзья, по всей вероятности, люди предположили, что это очередной проект, и не разобрались в проекте. Они очень осведомлены в том, что творится в проектах фейковых или так называемых пирамидальных, и они сюда пришли, чтобы... Но они знают, что здесь гарантировано сохранение их средств. Вот. И поэтому ничего не поделаешь. Это проект, который, значит, относится к тем, которые требуют определенного времени. Он не быстрый проект, но он значительно надежный. Потому что вот все те факторы, о которых я говорил, они здесь налицо. Поэтому длительность проектов. Быстрые дурацкие проекты прогорают за полгода, за год. Ну, МММ, вот он долго крутился, но мы знаем, чем это все закончилось. Понимаете? Вот. И окупаемость начинается только после 3-5-8 лет. Вот в чем вопрос. Когда задается вопрос, понимаете, когда я получу прибыль, или, извиняюсь, когда я получу дивиденды? Ну вот рассчитывайте. Но, условно говоря, это весомые дивиденды. А весомые дивиденды от чего зависят? Они зависят как минимум от двух факторов. Первый, сколько у тебя учетных бумажек, акций, или вот сколько у тебя портфель, раз, и другое. Потому что, смотрите, на одну акцию 1 цент. Если у тебя 100 тысяч, то по 1 центу у тебя получится всего там, значит, 100 тысяч, по тому самому там 1000 долларов дивидендов. На миллион получится 10 тысяч, на 10 миллионов получится уже 100 тысяч. То есть, казалось бы, на одну акцию всего 1 цент дивидендов. А чтобы 1 цент дивидендов заработать, там надо произвести определенный расчет, нужно там более чем на 30 миллиардов объемов работ выполнить Global Transport Investment. Вот. Но тем не менее это познается в сравнении только. И дивиденды можно получать, но небольшие. Основательные дивиденды можно получать уже с 3-5 года функционирования проекта. Вот. А все предпосылки, я как эксперт могу вам сказать, сегодня есть все предпосылки, что этот проект будет очень хорошо работать, начиная там с 3-5 года. Начиная откуда? Начиная от 2018 года. Не с 2014, а с завершения. С подписания сдачи объекта, сдачи проекта в эксплуатацию. Вот наши расчеты. Вот реальность, которую надо учитывать. И не надо ни себе лапшу, прошу прощения за сравнение, на уши вешать. Людям не надо давать каких-то обещаний. Вот. И, соответственно, точно так планировать, исходя из этих факторов, из этой реальности, планировать свои действия, свои эти заявления, которые вы делаете. Когда можно будет узнать точную дату проведения обучения в Краснодаре? А сейчас я вам скажу. Это будет объявлено, но это будет 19-20 мая. По предварительным подсчетам 19-20 мая, коллеги, в Краснодаре. Так, звук есть. Вот таковы такие как бы основные моменты. Теперь смотрите, некоторые заметки по всплывающим вопросам сопряженные процессы. Это побудило меня вот поднять вот этот слой, или вот эти вопросы, или эти темы. Маленький обмен мнениями в чате на днях, буквально, да, в чате целевых проектов, где, значит, кто-то там даже, ну, мы это и так знаем, что тут, с чем это связано. А я так подумал, а знаем ли мы все, потому что когда я начал задумываться, то и мне пришлось еще посидеть и подумать. Вот. Там речь шла о разных сторонах проекта. Вот казалось бы, смотрите, просто, очень просто, проект SkyWay. Что такое проект? Это экотехнопарк, это сдача технологии SkyWay, струнных технологий, сдача в эксплуатацию, но это как стержень, на который, это как можно бы здесь дерево было построить, что это вот ствол дерева, да, а все остальное ветки и крона дерева, которые на этом дереве, корни лежат в SkyWay, технологии, в струнных технологиях, потому что она позволяет много что сделать. Кто
время от времени все-таки ходит в информационные каналы нашего Vimeo, там нашего сайта. Там есть новые части развития на Земле и в космосе струнных технологий. Четвертая часть, по-моему, если не ошибаюсь. Там идет речь о том, как развивается дальше этот проект. Вот это стержня. Дальше что это? Новое жизнеустройство, проекты. Это целая серия проектов, кластер проектов. Это и поселения, которые образуют так называемые линейные города. Мы вот недавно в Таллине беседовали, что значит, комфортная среда пребывания, она очень некомфортна для многих людей. Люди вынуждены для того, чтобы обслуживать друг друга, вынуждены жить в городе. И когда начинаешь смотреть, а когда-то мы проводили эту статистику, то уже сегодня в Санкт-Петербурге исследование университетское показало, что студенты исследовали, что в то время, это 2010-2011 год, извиняюсь, что, значит, если мне память не изменяет, 20-22% людей в возрасте от 26 до 52 были, там разные группы были, но в средней, это средние цифры, были готовы покинуть городскую среду. Причем, чем старше, они были более обеспечены, уже имели свое жилье, но они готовы были его продать, обменять там на что-то, но уйти из города, из городской очень такой пагубной среды проживания. Уйти, жить в поселение куда-то и так далее. Но куда? Вот. Но SkyWay дает возможность строительства поселений вдоль трасс. Но встает вопрос, что впереди? Начинаем строить линейный город. Начинаем сегодня говорить о линейном. Да, сегодня надо говорить о линейном городе. Надо разбирать, что там можно и как делать. Но все-таки стержнем или основанием он начнет рождаться только лишь после того, когда появится или начнет появляться четко строительство трассы. Проявляться. Скоростной причем трассы. Межгородской, правильно сказать так. А межгородская от 150 и больше километров, она может быть и высокоскоростной, и просто как городская трасса до 150, до 200 километров действует. Новое жизнеустройство. Но новое жизнеустройство, за этим стоят масса вопросов. Это и новое фермерское, ведение фермерского хозяйства. Потому что на эти поселения больше не надо будет метаться фермера возить куда-то. Это и свое распределение продуктов от земли, экологических продуктов. Это применение всех тех технологий, которые сейчас косвенно подготавливаются в экотехнопарке. Экотехнопарк. Анатолий Гарович там показывает время от времени, что там делается. Это и возможности землеустройства. Почему землеустройство? Потому что земли совершенно иначе можно устраивать. Возьмем, не будем говорить сейчас за наши земли, здесь у нас каша в голове. Очень просто и хорошо наглядно то, что можно и будет делаться в Объединенных Арабских Эмиратах. Песок, пустыня, бури, песчаные бури. И там оазис создать. Вот землеустройство. То есть земля переустраивается. Ее использование, ее назначение. Совершенно другое переустройство, землеустройство будет на вечной мерзлоте. Возможности будут. Потому что там будет подниматься все на высотные различные решения и так далее. То есть мощнейшие варианты возможные развития. Далее, социальные гарантии. Откуда социальные гарантии? Пожалуйста. Саму возможность участия в акционировании проектов, будущих адресных проектов. И то, что мы сейчас делаем, это чистейший социальный проект, друзья. Смотрите, сколько людей сейчас получили возможность заложить фундамент благополучия собственной семьи, своего личного, своей семьи, своих будущих поколений, финансовое благополучие. Но все зависит от того, какие решения кто когда принимает и какие сегодня жертвы, в хорошем смысле этого слова, инвестиции, лучшее слово, несет. Технологический уклад. Эта технология несет за собой массу новых решений. Потому что вот мы как раз обсуждали здесь, а как управлять там вызовом юнибуса, юнибайка и так далее, если это надо, там обслуживание туристов круизных и так далее. Все, дорогие друзья, будет в смартфоне, как минимум, если не будет специально какое-то создано приложение, еще специально. Но это уникальное приложение, это смартфон. Вот. То есть все решения, технологии, масса
именно умных решений. Это умный город. Были, где последняя выставка была? Это умный город. Но умный город именно пока это подается, как в старой концепции существующих городов. А мы идем к новому. Вот они опять-таки через дерево, через матушку Skyway проект связан, новое жизнеустройство, технологический уклад, применение новых технологий, которые будут служить во благо и в комплексе, а не отдельно чему-то. Транснет решение. Это транспортировка грузов, перемещение людей, эффективная, надежная, безопасная и так далее. Это и транснет-площадка, которая позволит, скажем, крипторешениями проводить массу различных действий в нашем проекте и в других проектах. Ноосферное развитие. Ноосфера – это развитие стыковка природы и человеческого общества. Это самое большое проблемное звено, и этому служит тоже Skyway проект. Отсюда еще под сфер можно вывести целый ворох. Вот. Духовный уклад, забыл, дорогие друзья. С старым мышлением в новые проекты, да, можно. Но даже вот использование, кстати, смартфона требует некоторых изменений в голове. Потому что сегодня я тут помогал одному человеку, вот к нам в бюро приходили, я помогал переключать. Он говорит: о, у меня тут бабушка, значит, научилась надавливать на кнопки, вернее, ну, на окошечки здесь в телефоне, но всего боится что-то это самое. Я говорю: а это связано с мышлением бабушки. Она желает продвигаться или она так это потихонечку хочет завершить свой жизненный путь? Если она активную позицию принимает, для нее это не такая проблема. У нее, во-первых, голова лучше начинает работать. Вот, и это духовный уклад ее повышается. В хорошем смысле этого дела. Как к этому относиться, понимаете? Вот, корыстно, единолично. Вот этого всего не получится. Только на партнерских основаниях, на открытости, на взаимовыгодности, на взаимопомощи, на совместном сотрудничестве. Приведу конкретный пример, вот откуда ноги растут, вот в том, о чем я говорю. Мы идем, начинаем разговаривать, и для меня люди начинают меня учить, говорят: ну вы же понимаете, что этот транспорт позволяет нам решить ключевые задачи или проблемы, как мы их называем, не уничтожая наш городской трамвайный транспорт и автобусный. Да, переводим автобусы на газ, и все. Понимаете? То есть, стыкуя один вид транспорта с другим, наш транспорт помогает этому. И мы в партнерстве. Мы дополняем друг друга. Мы стыкуемся, и проект развивается. То есть, идет общее развитие. Сейчас начинается, вот спасибо, Сергей Дегаров сообщает, что по оплайну будет, я прервусь на немного. Рекомендую зайти, и те, кто еще не удосужился, освойте, это инструмент, это очень хороший инструмент. Сергей еще до конца, по-моему, этого месяца еще будет давать консультации, а дальше будут только видеосюжеты. Как бы с теми инвесторами, которые ушли в иной мир, кому обращаться, Байерка, значит, их акции или доли, обращаться к оформлению. Вы знаете, значит, дело в том, что если Царство Небесное, если инвесторы ушли, речь идет только об акциях или о долях, то это делается все как в нотариальный порядок в этой стране, то есть по наследованию. Если не было никаких наследственных распоряжений ушедшего мир иной, если не было у него никаких там, дарственных, вот, то через 6 месяцев нотариусу, главное, что нотариусу надо сообщить, что такая вещь была, потому что это не в открытом доступе эта информация. Если родственники не сообщат, нотариус не будет знать. Это нигде не записано. Видите, вот, кстати, это тоже одним из факторов является, что наши акции не являются в открытом доступе. Если бы они были в открытом доступе, они были бы в реестре международном где-то. И нотариус получил бы доступ к этому делу,
А это закрытые фирменные, поэтому родственники должны сами позаботиться, что это имущество должно быть там заявлено, причем заявлено не по стоимости номинальной, а заявлено по количеству акций. Все. И разделено значит, ну, по наследникам, по мере того, сколько процентов какому наследнику. Если один наследник, то все 100%, и это решение нотариальное будет передано. Человек должен, наследник должен будет ее передать в компанию, если до этого не будет на выведе на биржу, то передать в компанию Eurasian Real Estate Systems Holding через Capital. Если же к тому времени, ну а в данном случае я понимаю, что уже ушли, тогда так и надо сделать. В будущем, если будет такой случай, когда уже будет в IPO, тогда надо будет просто это заявить на учет, на ту биржу, где будет учет этих акций вестись. Вот и все. Скажите, как быть с таким, да. Так, вот с этим вопросом такая история. Что дальше? Дальше ничего, пусто. Значит, это мы будем сегодня говорить. И снова завершение на закуску. Какой свой вклад в общее дело я еще могу сделать? Что сделать? Как? Когда? Какой ресурс для этого имею? Что мне для этого еще нужно? Что? Как? Когда? И так далее. Это так называемый круг реальных действий. Более подробно на каком-то примере, я уже не помню на чем, я в прошлый раз говорил, если кто хочет это прослушать более подробно, возьмите конец прошлого вебинара, там я об этом говорил более подробно. Таким образом, так, есть ли еще вопросы у вас, дорогие друзья, потому что время подходит, и Едигаров ждет, когда некоторые из слушателей этого вебинара смогут перейти туда, послушать про офлайн, позаниматься с ним. Так, я не вижу здесь вопросов. Огромное, да, все, спасибо, Берта. Так, благодарю вас, дорогие друзья, за ваше родение проекту. Я вижу, что люди стали ответственнее относиться. Это говорит о том, что мы с вами тоже, не замечая, переходим и строим новый духовный уклад. Кстати, маленькая ремарка. В Юрмале европейцы заметили, сказали, вот удивительно, это единственный проект, я вам говорил уже, что там были сетевики, и они сказали, что это проект, в котором не видна корысть прямая, что это проект такой, где тебя не принуждают, что это проект, который, ну вот, ну нет такого, ну не были мы еще в таком. И когда они объясняли, почему вы здесь. И они сказали, в других проектах мы видим только потому, что там мы еще, ну, как бы быстрее чуть-чуть зарабатываем. Но, тем не менее, дорогие друзья, мы там, где мы есть. Благодарю еще раз вас всех за это. И желаю вам хорошей весны, правильных, мудрых решений, жизнерадостности, здоровья. Будьте сами здоровы, берегите себя, своих близких. Строй скорей, спасай планету. Ну а дальше уже то, что имеет в виду. До следующей встречи в следующем четверг. В следующий четверг.